Я не игрок, но так и хочется воскликнуть: давно пора. Вопрос очень большой, связанный с запрещением игорного бизнеса и азартных игр, что, в общем, не происходит. Мы знаем, сколько коррупционных моментов и традиционных для России коррупционных составляющих, связанных с подпольными казино, с крышеванием правоохранителей. Это большой вопрос. Но я думаю, зная ситуацию с поддержкой покера уважаемыми людьми, не просто игроками, есть возможность с осторожным оптимизмом этот вопрос решить вот на примере интернет-покера. Лишь бы это, повторяю, не обрастало традиционными коррупционными моментами, неадекватным налогообложением. Мне кажется, что могут быть в случае правильного решения вопроса удовлетворены обе стороны. Государство, получающее налоги, и игроки, которые получат, наконец, маленькую, но легальную нишу для удовлетворения своей страсти.